Лиса и бочонок. Так, толкай. Продолжай. Ну же. Ты чего остановился? Впереди камни, дурачок. Да, я помогу. 3-4, раз, два, взяли. И раз, два, взяли. Подойдите-ка, ребятки. Я все сделаю. Такой сильный. Куда это положить, ребята? Мы хотели это на пруд взять. Да, не все планы сбываются. Ой, спасибо, Оля, большое спасибо. Ну вот, опять не вышло. Аккуратно, ветки не задень. Они выглядят обычно, но на самом деле это ловушка, куда злая лиса нас хочет поймать. Вам просто надо их перепрыгнуть. И вы их не заденете. Я слишком умный и сильный, чтобы клюнуть на это. Но лис тоже не дурачок. Да, но ему никогда не поймать меня. Ты что, правда его не боишься? Если бы ты был такой же сильный, как я, ты бы его тоже не боялся, Биг. Пошли. Спасибо. А ты шустрый, Микки. Красавец. Надо отнести это домой и высушить. Скорее, Оле! Оле, на помощь! Оле! Что такое? Лис гонится за Микки! Я помогу! Спасите! Спасите! Иди сюда, полдничек мой! А ну, оставь его! Нет! Эй, ты вернись! Где же он? Наверное, прячется в кувшинах. Ага, вот ты где. Он нам больше не страшен. Все в порядке, друзья, вылезайте. С лисом покончено. Мы спасены, спасены. Ой, как здорово, спасибо, Олли. Как тебе это удалось, Олли? Ну, я же умный, я его утопил. Идем посмотрим. Он исчез, не понимаю. Но если ты его утопил, он не мог сбежать. Он, наверное, притворился, он же не глупый. Да нет же.
Я его нашел в одном из тех кувшинов, и я просто бросил его в пруд. Но там же был воздух, было чем дышать, он не утонул. Не может быть, я ж сидел на кувшине, а лис был в нем под водой. Да, прямо в воздушной подушке. Кажется, я все еще жив, у меня есть идея. Нужно провести эксперимент. На ком-нибудь живом. Ага, залезай. Надеюсь, ты останешься жив. Не верю, что сработает. Так, так. Свободен, приятель. Замечательное изобретение. Хорошо быть гением. Думаю, они уже едят. Идем! Обед идет в лице зверей, а ну-ка спрячусь поскорей. Смотри, кувшин в воде. Давай поиграем с ним. Пойдем. Заходи, вода хорошая. Опля. Я просто хочу убедиться, что здесь не затаилась никакая опасность. Да тут безопасно. Ну же, скорее. Смотри, как лодочка, как лодочка. У меня сейчас морская болезнь начнется. Эй, Микки, иди к нам. Что ты там сидишь один? Иди к нам. Но кто-то должен оставаться на суше. Это почему это? Чтобы сторожить всех. У тебя, наверное, предки были серьезные. Хватит занудничать, радуйся жизни. О, нет. Перестань ты, иди с нами играть. Не могу. Кажется, я поймал огромную рыбину. Помогите мне ее вытащить. Вперед! Скорее же! Да нет там рыбы. Просто я хотел, чтобы вы вышли из воды. Здесь повсюду лисьи следы. Что? Тихо ты. Думаю, он прячется в том кувшине. Надо сделать вид, что мы ничего не заметили. Правильно. Может, мы его и прям в кувшине утопим? Вот мой план. Кто последний прибежит, тот собачий хвост. Я выиграю, я выиграю! Он это точно слышал. Хе-хе-хе-хе. Я вернусь, продолжайте шуметь. Кто не спрятался, я не виноват. Будь готов. Обед из трех блюд за те же деньги. Ха-ха-ха. Постарайтесь удержать его в середине кувшина. Хорошо, я понял, давай. Все получилось, все получилось. Что? Что получилось? Вы что, убили лиса? Он спрятался в кувшине, а мы его утопили. Это здорово. А как это у вас вышло? Иди, сам увидишь. Действительно, дохлый. Да, мы убедились, что он не сможет выбраться оттуда. Ну как же вы так смогли сделать, что он не сбежал? Мы запрыгнули на кувшин и стали его трясти.
Ну, я то же самое делал, но он же выжил. Потому что у него был запас воздуха. А мы взяли молоток и гвозди и сделали дырочку в кувшине. И так воздух выходил, а вода заливалась в кувшин, пока лис не утонул. Да, это вы здорово придумали. Моя бабуля всегда говорила, хвали тех, кого есть за что, а вы, ребятки, всех перехитрили. Не белки.